Народ, представляете, сейчас с работы иду, смотрю меж деревьев, грибочки. Смотрю, пригляделся, а это ассасиновики. Блин, думаю, сейчас насобираю, с картошечкой, с лучком пожарю. Сделаю салатик, соляночку. У меня тут огурчики. Ой, лепота. Вот такие вот помидорчики еще медовые остались. Вот вообще. Можжевеловые сиськи. Я говорю, матушка Роща, вот это приперло. Сейчас как нажарим. Ну, потом надо будет... Не, перед тем, как есть, надо будет помыться, одеться во все чистое, сесть, всех оповестить, что я грибы ем, и хавать. Салатик посолил, заправим оливочем. А вы посмотрите, какая красота. Грибочки жарятся, масочка роща, картошечка жарится вот. Ай-яй-яй-яй-яй. Красота. Народ, посмотрите, какая красота получилась. Жареные грибочки, лисички. А с утра будут лисички, блин, рыжики на труханах, понятно. Так, офигеть красиво, вкусно. Ё-моё, посмотрите. Мой любимый салатик, соляночка. Вот такая вот маринованная тарелочка. Капусточка, морковочка, огурчики, помидорчики. Жена, неси стакан. А, блин. У меня ж нет жены. Да и не бухаю я. Ну, ё-моё, такую поляну на сухую, грех, конечно, да? Так, кому интересно, что за витаминчики я бухаю? Во. Вот такие. Для мужиков, наверное, там написано. И вот для иммунитету классная фигнюшка. В интернете посмотрите. Матушка Роща, можжевеловые сиськи. Поехали, типа, точка. Здорово, народ. Всем приятного аппетита. Блин, все, не могу. Оно горяченькое. И грибочки такие ароматные. Лесом прям пахнет. Матушкой рощей. Лисички. А лисички взяли спички. Подожгли слону яички. Картошечку поджарил. Чтобы она прям вот такая была. С курочкой. Блин, как это вкусно. И салатик вот этот. Ух, тут юшечка. Жалко, юшечку помакать нечем. Грибочки ужарились, конечно. Как же это, блин! Грибы такие вкусные. Просто взрыв вкусов во рте, во рту. Не в роте, а во рту. Вкусы так красочно усилились, когда ты ешь каждый день. Ну,
не жирная, не сладкая особо. Более пресная. А тут прям помидорчиком вот так. Слезы счастья у меня сейчас пойдут. Прекращай вот это вот. Создал тут культ еды. Юшечки. Ребята, простите меня, кто там на диетах, голодным лучше меня не смотреть. Угу. Еще помидорчик. Блин, какие же они вкусные. А мне как назло, что-то в Ютубе листал, смотрю, блин, все как один жарят картошку с грибами. И я не устоял. Да еще прям сама вселенная меня в магазине мимо листичек проводила. Я смотрю, они свеженькие, запотевшие. Думаю, все, надо брать. Это судьба. Угу. Помидорки мой тоже один из любимых сортов. Как раз август-сентябрь, сливка, полевые. У нас там их прям, почему полевые, прям на поле целыми гектарами их высаживают. Они очень вкусные, ароматные. Вот поле уберут, а еще что остается много. И народ туда. И мы тоже давай собирать все подряд. Мы с них томат крутили. Вкуснючий. Вот это колхоз там выращивает, да? И людям разрешали, там кукурузу уберут, мы ходили лунковать. Картошку, помню, ходил, собирал по полю. Это капец. Тяжкий труд ходить. По всему полю еще мешок за собой таскаешь. Ну зато потом с картошечкой нажаришь, салатик нарежешь.
помню, с батей в лес пошли. Полный мешок грибов. Грузди называется. Еле доперли. Мы их там вымачивали. Засолили столько банок. Зимой за милую душу. И еще помидорчик, посмотрите какой. Красота. Ой, чувствую я. Удар получил. Жирного почти не ем. Прям чувствуется, какая картошка жирненькая. Потому что я туда масло набухал. Да пофигу. Блин, оно того стоило. Что еще могу сказать? Было очень вкусно, это было просто вообще бомбезно. Советую вам тоже повторить, нажарить картошечки с грибочками, с оленями, с салатиком. Сказка, песня. Ну а вам желаю здоровья, все-таки дойти до той цели, до которой вы задумали. Ну можешь идти. Ползи. Не можешь ползти в сторону цели, ляг в сторону цели и лежи. И дай бог, чтобы у вас все было хорошо. Крепкого вам здоровья, хорошего аппетита. И не переживайте вы ни за что, бахну за вас. Вот тут у меня тут намешано. Витаминчиковый коктейль. О. Ну что, с вами был Юрец. До новых встреч. Пока.